привет! Сегодня у нас будет такое занятие небольшое в демо-формате. Я вам покажу несколько идей, которые собираюсь в скором будущем внедрять. Ну, если вы хотите, повторяйте за мной. Так, начинаем. Так, разминочка сначала. Так, походим немножко, как обычно. Так, set touch. Так, пошли захлёсты, разомнемся. Наклоны вниз, раз и два. Еще. Подышим немножко. И step touch. Заклюст. Степ-тач. Еще и еще. Так, левая рука вверх. Раз, два, три. И наклоны вниз, вниз. Сет-тач. Идем. Захлёст и обратно. Раз, два, три. Touch. Еще и еще. И колени. Раз, два, три. Еще. Еще. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Шагаем. Дышим. И ножки по сторонам. Раз, два, три. И маршируем. Чуть-чуть плечи. Беречи, беречи, беречи. Руки. Маленькие кружочки делаем. Обнимаемся. Раз, два.
Выдох, выдох. И маршируем плечи, плечи. Так, потрусились немножко. Так, и тянемся вправо, лево, вправо, лево, вправо и лево. И вниз. И поприседаем немножко. Так, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и еще восемь. Мягенько. Может еще 8, я думаю, все могут. 7 6 5 4 3 2 и 1. Вверх. Так, теперь плеометрический прыжок. Если вы не можете делать вот такое движение, значит, просто приседайте вниз. Продолжайте, да? Так, пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И еще восемь. Семь. Шесть. Пять, четыре, три, два и один. И два степ-тач вправо. Пошли. Раз, два, лево. Приседаем. И еще идем. Еще. Хорошо. Так, идем сюда, присаживаемся, прыгаем. Раз, два, и сюда. Раз, два, раз, два. Еще. Мягенько. И совсем чуть-чуть. Потянулись. И наши кружочки. Кружочек еще. Thank you.
И еще держим. И еще чуть-чуть. Не забываем идти. И идем. И красиво делаем. Обнимаем. Можете шире идти. Можете. И идем. Плечи. Руки. Хорошо. Так. Малёха, отдохнули, попили. И готовимся дальше. Ставим коврик. Так, надеюсь, меня будет видно. Так. Становимся в планочку. Становимся в планочку. Делаем вниз отжимание и назад. Итак, сделаем 8 раз. Пошли. Не спешим. У каждого свой темп. Так, еще 4. 3. 2. И 1. Так, небольшой отдых. Потянулись. Потянулись и повторяем. Повторяем. Так, 10 раз. Пошли. Так, идем. Так, и еще 4. 3. 2. И 1. Хорошо. Ух, отдыхаем. Так, руки. Еще. Так, теперь обратно становимся в планочку. И следующее упражнение. Вот здесь вы можете встать на колени. Кому плохо после первого, можете вставать на колени. Мы будем отжиматься. И идти руками вперед. Раз. Одна, вторая, три, четыре. Так, поехали. Так, 4, да? И еще 4.
И еще три. Два. И один. Так. Фух. И второй подходик. Тоже 8 раз. Готовы? Так, поехали. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, еще 4. Терпим. И один еще будет. Фух. Отдохнули. Фух. Так, дальше продолжим там же. Отжимание ренегат. Отдышались, становимся, отжимаемся в планочку. Правая рука вверх, и потом отжимаемся, правая, левая рука вверх. Так, пошли. Два. И еще 4. 3. 2. И 1. О. Так. Ну и нас ждет второй подход. Кому сложно, коленный вариант. Тоже вариант. Так, пошли. Можете попить воды немного. Никто никуда не спешит. Так. Встали. И пошли. И еще 4. 3. 2. И 1. О. Ух. Ух. Так. Ну, вот. Мальчики могут полноценно присоединяться. Так, теперь шагающая планка. Нам надо сделать 10 раз первый подход и 10 раз второй подход. Так, кто не может, продолжаем на коленях, кто может со мной становиться. И пошли. Так.
и десятый разик. Ну, должно немножко хотя бы чуть-чуть, да, пробирать. Так, следующий подход, еще один подход, вернее. Так, 10. Так. Ну что, готовы? И пошли. О. Так, хорошо. Так, попьем. И попьем. И немножко. Повторяем по одному подходу с первого упражнения. Надеюсь, вы еще помните, как, что было первое, да? Потом второе, потом третье, да? И четвертое. Так, первым упражнение, если мы отжимались, да, хорошо, так, ну что, пошли вниз, вернее, мы тут везде отжимались. Фух. О. Так, внимательно становимся в планочку, тут без вариантов. Так, и 8 раз. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Ну, еще 4. И. Два. И кто может, еще 2. Кто не может отдыхать? О, хорошо. Так, второе. 8 раз. Отжимаемся, идем вперед и назад. Так, пошли. Давайте еще 4. Раз. Фу. Вот это же карантины, да?
4, о, 3. И 1. Держать. О. Так. И походим. 10 раз. И вниз. Так, пошли. Так, стоим. Поехали. Глотнем. Тянемся. Хорошо. Фух. Восстанавливаем дыхание. Ну, немножко вроде так захватило, да? Вот такая демонстрационная весть. О! Еще чуть-чуть. Ага, уже все, да? Ну, вот такая небольшая подборочка. Это демо-версия. Вы можете заниматься со мной. Вы можете просто посмотреть на эти упражнения, а потом их внедрять в свои собственные тренировки. Вы можете просто посмотреть для своего образовательного момента и оставить мне лайк или коммент, или просто посмотреть. Такие блоки очень полезны для больше, может, сильной половины. Хотя девочки тоже могут спокойно все делать. Дозировку можно уменьшать. Темп можно также уменьшать. Всего вам доброго. Будьте здоровы. Увидимся. До новых встреч.